1-0. Getting closer. Oh! Oh! Captain Marvel! The Scorpion touch. Oh my God, an insane! Eriksen. Oh, what a strike! For the top! Oh my God! What a goal! It's incredible! К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лиги. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Мы снова на футболе. Привет всем со стадиона Emirates, где через несколько минут начнется наш матч. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки — вывести центрального нападающего на чужие ворота. Внимание, стартовый состав Тоттенхэма. Голкипер Уго Льорис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервейлдом. Пьер-Эмиль Хёйберг с первых минут играет с Ло Чельсио в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Звучит стартовый свисток, и матч на Emirates начинается. Томас. Мартин Эдегор. Александр Лекази. К представлению комментаторов сегодняшнего матча. Тут все просто. Георгий Черданцев. И Константин Генич. Вашему вниманию прямая трансляция Ла Лиги. Комментаторы сегодня Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Англия в прямой. Мы снова на футболе. Привет всем со стадиона Emirates, где через несколько минут начнется наш матч. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки — вывести центрального нападающего на чужие ворота. И вашему вниманию стартовый состав Тоттенхэма. Голкипер Уго Льорис. В защите Эрик Дайер играет с Тоби Альдервейлдом. Пьер-Эмиль Хёйберг с первых минут играет с Ло Чельсио в центре полузащиты. И с одним нападающим решил начать матч главный тренер. Впереди играет Харри Кейн. Звучит стартовый свисток, и матч на Emirates начинается.